В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водянова состоялся новогодний праздник, на который были приглашены дети из детских домов и интернатов Одессы и Одесской области. Ребятам показали премьерный спектакль «Кот в сапогах» и «Кошечка в сапогах». На праздник пришел Дед Мороз со Снегурочкой, которые подарили детям немного волшебства и чудес. Мероприятие прошло при поддержке Одесской облгосадминистрации. В театр музыкальной комедии приехали ребята со всего Одесского региона. Свободных мест в зале не было. Более 1000 детишек из детских домов и интернатов стали первыми, кто имел возможность посмотреть специальную новогоднюю программу, подготовленную к праздникам. Дети с волнением ждали появления на сцене любимых персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, которые своим выступлением смогли переместить ребят в мир сказки. Председатель Одесской облгосадминистрации Николай Скорик заверил в том, что такие мероприятия для деток – это уже традиция. У нас целый такой комплекс мероприятий – это и концерты, и целый ряд благотворительных мероприятий, это детские утренники, это, естественно, подарки. Это целый комплекс мероприятий, которые областная власть вместе с теми, кому не безразлична судьба детей, проводит ежегодно. Этот год не станет исключением. Во время представления артисты театра пели и общались с юными зрителями. И, конечно же, водили хороводы. Дети от души смеялись, прыгали и танцевали. Далее в программе был премьерный показ спектакля «Кот в сапогах и кошка в сапожках». Хитроумный, деятельный, обаятельный кот никого не мог оставить равнодушным. Для детей, которые оставлены без родительского внимания, такие мероприятия очень важны. Ведь благодаря таким праздникам они могут прочувствовать заботу взрослых и просто поверить. Я думаю, что им уже традиционно это интересно, и это начало только новогодних праздников. Я думаю, что их ждет очень много в этом году сюрпризов. Вот такими акциями мы даем этим детям возможность поверить в то, что все в жизни будет хорошо. Одесская мускомедия сегодня превратилась для детишек в дом добра, любви и тепла. Ребята получили незабываемые эмоции, праздничное настроение и веру в чудеса. Елена Бачевская, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».